И снова об энергетике, но уже в Алматинской области. Там речь не о тарифах, а о планах на пятилетку. До 2020 года в регионе намерены реализовать 28 проектов по возобновляемым источникам энергии. Свыше десятков малых ГЭС уже работают на крупных реках ЖТСО, а возводят ветро и солнечные электростанции. Перспективы области в этом вопросе изучила Гульнар Жантасова. Почти полгода, как близ Копчегая, работает ветровая электростанция. 5 башен вырабатывают энергию в 4,5 мегаватта. Она поступает в общую сеть электроснабжения региона. Обслуживать станцию местные. Обучались мы здесь. То есть приезжали люди, нас обучали, то есть показывали. Сейчас работают наши местные копчегайские все. По словам специалистов, роза ветров Шенгельдинского массива позволяет именно в этой местности развивать ветровую энергетику. Сейчас здесь работают 2 ветровых станции из 5 и 7 башен. В будущем дополнительно будет установлено еще 30 ветряков. 10 будут здесь, в Копчегае, 20 будет в Шенгельдинском массиве. Общая проектная стоимость этого проекта более 6 миллиардов тенге. Будут созданы в этих сельских населенных пунктах рабочие места. Успешно работает в регионе и солнечная электростанция. Монокристаллические панели установлены на площади в 6 гектаров. 30% из них оснащены автоматической системой слежения за солнцем. 70% – стационарные. Мощность электростанции 2 мегаватта. В ближайшие несколько лет в области появится еще 4 таких электростанции. Китайские инвесторы заинтересованы, чтобы вот солнечные батареи у нас стать. Там тоже мы можем получать дополнительное количество электроэнергии, необходимой нам электроэнергии, потому что дефицит ощущается от общего потребления электроэнергии области. Мы где-то все равно 1/3 часть получаем со стороны. В Алматинской области в достаточном количестве сконцентрирована энергия солнца, ветра и воды. Оттого и перспективы развития сферы безграничны, уверены специалисты. Уже к 2025 году в области будет реализовано более 35 зеленых энергопроектов общей мощностью более 900 мегаватт. Гульнар Жантасова, Хуануш Тургенбаев, Олжас Байбусынов, Алматинская область, Хабар 24.